Простите, ради Христа. Я на минуту забылась. Простите. Простите. Простите, я не хотела. Иди, ступай. Там на склад для Смарагды корзину собрали. Она ждет. Слышь, а сама ты сходить не хочешь за этой корзинкой? Рожа. Всех приветствую, всем приятного просмотра. Поиграем с вами в Индику. Не знаю, больше ли одной... Как ли истинный праведник, кто никогда не подвергается искушению? Или тот, кто, будучи постоянно искушаем, старается жить в целомудрии? Наша героиня не знала ответа на этот вопрос и предпочла бы никогда им не задаваться. Будь ее воля, она выбрала бы тихую монашескую жизнь. Но ее ждала совсем другая судьба. Так вот, перед тем, как нас этот мужчина перебил, хотел сказать, что, не знаю, будет больше ли одной серии, так как игрушка требовательная. И в некоторых моментах меня будет подлагивать. И я, не знаю, долго я это выдержу. Так что посмотрим. Если игрушка зайдет и не будет так сильно лагать, то постараемся пройти все. Так что еще раз всем приятного просмотра. И поехали. Ага, так, идем. Я так понимаю, что нашу главную героиню зовут Индика, да? Давайте будем называть его Индейка. Прости. Помочь тут, может быть? Тебя еще не хватало. Иди, куда шла. Прости. Прости меня. Ой, дура. Так, что это у нас тут? Тут у нас книжка. Руководство к использованию паровой машины. Ага. Окей. Так, и что? О, можем починить, да? Ну, давай починим. Смотри, заработал. Совсем не дура. А ты чего шляешься-то, а? А тебя ебёт. Не выперли, что ой, ли, да? Извините, извините. Да, выперли. Потому что я хочу в Дубае. Хочу в Дубае напиться и залететь. Все. Не хочу я здесь ходить. Так, куда нам нужно? Куда нам нужно идти? Так, ну на лавочке мы были. Очки у нас какие-то 1300 вон. О, что это? Ты шоля, нам монетки дали, 17 монеток дали за это. Шикарно. Так. Ладно, вон еще что-то отмеченное у нас белым треугольничком. Так что пошлите посмотрим. Бегать, к сожалению, здесь нельзя. Насколько я понял, это хоррор. Так что, надеюсь, будет страшно. И страшно не от того, что он у меня так лагает. Да, игрушка требовательная, реально требовательная. Тут надо 16 оперативов, видюха нормальная. Проц более-менее. Так что, если кто захочет поиграть, этот в данный момент я сейчас играю на минималках. И на минималках вот такие вот подлаги. Бонжур. Дон ли стала библиотека? Понял, спасибо. Я таки извиняюсь, а что мне тут нужно делать? Аля. Понял. Так, сыграть нельзя, нельзя. А ну сейчас, секундочку. Секундочку, кое-что проверим. Во, пошли дальше. Если честно, то пока без понятия, что тут комментировать. Только начало. Блин, а можно пробежать? Не. Нельзя, жалко.
Не, ну атмосферненько, сразу видно, что атмосферненько. Только зачем нам вот эти вот очки, что мы здесь будем прокачивать с вами? Так, о. Молитвами святых отец наших. Стеша, там для Смарагды что-то у тебя приготовлено? Прохладненько же сегодня. Картошечка. Какая-то разговорчивая. Ага. И сохраним. Ладно, идем. Сестры любили Индику. Христианская любовь, как известно, долготерпит, милосердствует и верит. Хотя, если говорить в низменном смысле, по-человечески, то любили меньше. И если уж совсем откровенно, то и вовсе не любили. Многие даже презирали. Индика, впрочем, была в этом совершенно не виновата. Если бы не голос, который внушал ей непростительные для христианина идеи, была бы она инокиней добродетельной и заурядной. Больше всего на свете Индика мечтала, чтобы голос оставил ее в покое. Вся жизнь ее превратилась в борьбу, в мучительное сопротивление. Но как ни старалась она, как ни истязала себя, с каждым днем голос становился только громче и убедительнее. Прям как у меня. Ничего, Индика, не переживай, я тебя понимаю. Ну, увидела рабу Божию житием Афонского. Так, ты кто? Ага, прикольно. Забрать. Во, нам что-то тут дали. А что дали, что можно прокачать? Скорбь. Закрыть. Святого Германа. Ну, я подошла и скоро благословила ее крестным знамением. Да, картошечку. Куда нам нужно? Ага, вон вижу, куда. Пошли. Надеюсь, сейчас нам дадут понямать немножко. Слышь, я такие извиняюсь, может вы поможете мне, не? Ну слышу я голоса, и что теперь? Не помогать? Ну все, 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 тихо, тихо. Бонжур. Пожалуйста. Натаскай воды. Так, послушание. Наберите полную бочку воды плюс точку. Ура, вот это я понимаю. Идемте. Идемте собирать воду. Вот это хоррор, вот это я понимаю. Надеюсь, сейчас все, да, выключили свет, надели наушнички и начинаем бояться. Так, игра, можно, пожалуйста, одно ведерко, а не больше 60? Так, WS. Да, кто захочет поиграть, просто WS нажимайте по очереди. Все. И назад. Все, пошли. Пошли отнесем водичку. Блин, игра, дай возможность бегать, ну реально. С такой скоростью у меня ролик затянется где-то часа на два, да, наверное? Так, хорошо, пошли. Ну, судя по тому, что сказали полную бочку, это сколько, ведер 5 надо, да? Ага, 1 из 5. Хорошо.
пошли набирать. Сейчас в данный момент не хватает за этого, за кадрового голоса, который что-то какую-то нам историю рассказал бы. Так, понеслась. И назад. Интересно, что ей голоса в голове говорят делать? Наверное, что-то пошло. По-любому пошло. Так, второе ведерко есть. Хорошо, пошли. Блин, ну если сейчас нас заставят чистить ту картоху. Основа духовного развития. Послушание превыше поста и молитвы. Индика не понимала, зачем таскать воду из колодца, когда в соседнем здании помпа качает воду из святого источника. Она не понимала, почему пить воду из источника можно, а готовить суп – грех. Колодец всего в метрах 15 от него. Тут физически не может быть совсем другой воды. Да даже если десятая часть та же. На крещение, говорят, капля святой воды освещает канистру. Если так, то несколько испарившихся капель даже лужи под ногами должны осветить. Это будет прикольно, если нам дадут почистить всю картоху. Ну, чтоб именно 46 картошек, и каждую нужно по отдельности чистить. Вот это я понимаю. Вот это контент, который мы заслуживаем. Так, давай. Еще по факту два ведерка вместе с этим. Но это еще два. Будем выполнять новое задание. Так, понеслась. Я уверен, наверное, на этом моменте уже люди отключились, да? Все, уже никто не смотрит этот видос, можно, в принципе, заканчивать. Блин, напиши мне комментарий, если ты все-таки остался. Крисов, посмотрим, сколько нас таких. Так, шикарно. И еще две штучки. Слышь, закадровый голос, расскажи что-нибудь еще интересное. Вот реально, я сейчас нажимаю Shift, Tab. Вообще ничего не идет, ну не хочет она бежать. И я мог бы, конечно, перемотать бы это все, вырезать, но не. Давайте мучиться вместе, давайте. Все, и назад. Давай, индейка. Индюшка ты наша. Давай, 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 давай. Ля, а что у нее на руке? Ля, кровушка. Кто-то вчера переборщил, да? Потому что есть ладошка у тебя. А ладошки. Ты вздыхаешь зря. Так, извините, извините, я понимаю, что. О таком нельзя думать в таком месте, но. Что поделать? Молодость. Во, после картохи. Можно просто сидеть и смотреть, как стареет вода вот эта в бочке. Ну, то есть садись на стульчик и смотришь, как она стареет, да? Ну, чтоб тысяч на 6 часов прохождения. Так, хорошо, ну давай еще одна ведерочка. И мы справились.
Опустить ведро. Ах ты. Не, можно было бы, конечно, попробовать опустить ведро, но... Мало ли, меня тут детки смотрят. Все, наконец-то, пошли. Прям как в армии, знаешь, что красить отсюда и до обеда. Зачем, никто не знает, но... Ладно, чтоб чем-то заниматься. Жди помощь, глядишь так, до весны-то и дотянем. Да вы что, сестра-то, а ну, после нее есть никто не станет. Матушка, крестные знамения от чумы спасают. А тут... Во славу Божию. Ты, Смарагда, ты чё, не искушай. Ёбнулась, блядь. Я тебе сейчас вон Евдокию пришлю, а эту до трапезной не допускай. Психиатра тебе пришли, дура, блядь. Нахера я набирал его? Ля ты, крыса. Вечери твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприими, небо врагом твоим тайны повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко лобзание поведаю тебя, помяни мя Господи во царстве твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн. Напиши в комментариях, сделаю лобзание в индике. Жесть, что это? Что это такое? Я бы тоже пол ложечки такого съел бы. Понятно, ебанутая. Много лет ты терпел, наставлял их своим духом, но они не внимали, и ты отдал их в руки народов других. Ага. Окей, ушки. У нее реально беды с башкой, я смотрю. Ну давай, прогружайся, давай. И еще чуть. И... Хорошо. Что-то есть, ну, я не знаю, что. Что в нем? Да откуда мне знать, что в нем? Откуда мне знать, что в нем? Не знаю, что в нем. Что в нем? Если бы знали, что это такое. Что в нем, что в нем? Что в нем? Что в нем? Монаху запрещается выходить из монастыря без благословения. Индику, несмотря на ее просьбы, уже год не благословляли покидать обитель, поэтому послушание доставить письмо стало для нее полнейшей неожиданностью. И хотя она не знала содержания этого письма, ее не оставляло ощущение, что оно сыграет в ее жизни очень важную, возможно, даже решающую роль. Ну что ты в нем? Ну что в нем? 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 Ага. Что это? Что в нем? Что в нем? А шо в нём?
А хуй его знает, да? Что в нем? Что в нем? Что в нем, что в нем? А что в нем? Что в нем, что в нем? Что в нем? Надеюсь, она не будет сейчас всю игру так. Что в нем, что в нем? Что в нем? Что в нем? Так, shift бежать. О, наконец-то мы можем с вами бежать. Я так понимаю, сейчас начнется открытый мир. И на открытом мире будут большие лаги, да? Что в нем? Так, нам нужно доставить какое-то письмо, я так понял. Только куда его доставить? И кто это орет? Что-то как-то не внушает доверия. О, на F-очку у нас с вами фонарик, понял? Фонарик, хорошо. Так, ладно, что в нем? Побежали. Только самое интересное, я не вижу белого треугольника, который поможет нам определиться. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Что в нем? Открывай. Тишенька, мне на тот берег надо. Жоржик, пират, тише. Животные чуют нечистого. Они просто, как всегда, рады меня видеть. Тише, прости меня. Животные чуют нечистого. А я тебе яблок принесла. Орловка, твои любимые. Тише, я на поезд спешу. Придурок, мы на поезд спешим. Тише. Ну чего ты? Ступени залил. Снова свалишься, зашибешься. Эх ты. Хорошая ничего, поза. Тихон, я понимаю. Прости меня ради Христа. Ладно, тише, тоже у нас ебанутый, я смотрю. А что нам нужно делать? Нам нужно как-то перебраться на ту сторону. А чтобы это сделать? Ага, вот нужно на рычаг, да, нажать. Конечно, это все хорошо, но на том плоту должен был быть я. Блин, а если попробовать пробежать? Прыгай, 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 прыгай. Ой. Ой-ой-ой. Ага, закономерный конец. Так, сейчас, секунду, дайте я посмотрю, сколько у нас тут по времени оно все записывается. 25 минут. Окей, ладно. Так, мы нажимаем и бегим, да? Бегим, 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 бегим. Понял. Не бегим. И что нужно делать? Слышь, придурок, а ты не хочешь мне все-таки побочь? Хотя нет такого желания. Ну смотри, оно сейчас тут застрянет где-то. Во. Ну, наверное, не то, что нам нужно, да? Или все-таки то? Не, нужно, значит, в этот момент бежать, когда оно застрянет, и как-то перебраться на ту сторону. Хорошо, все, понял. Так, побежали.
Побежали, побежали, побежали. Во. Та, ты шо, вот это я просто смартфон. Вот это хорошо. Что здесь? Можно сесть отдохнуть, да? Так, следующий вид. Следующий вид. Следующий вид. Понял. Ничего полезного. Так, давай берем фонарик и пошли. F, включить фонарик. Ну, уже включили. Мы уже включили. Да, ребят, сори за подлаги, но я реально здесь ничего. Черт, ключ у Тихона. Тихон идиот. Ничего не могу сделать. Убила Тихона. Идиот. Медицинский диагноз. Она просто употребляла слово по назначению. В любом случае, Тихона я не слышал. Что за добродетель, лицемерие? Хоп. Человек. Ну, паук. Так, а нам здесь... Как теперь? А не нужно забирать обратно нам... Ага, понял. Лестничку, да, назад надо забрать? А, не. Лестничка нам не нужна. Нам. Хорошо. Ну что, поехали. Так, поехали. Монастырь как будто не хотел ее отпускать, и хотя она знала, что нет более светлого и близкого к Богу места, ей до смерти хотелось хотя бы ненадолго его оставить. Неправда! Думаю, где... Дождь, господи, не доплачу, сидел мой горько, помилуй меня, Боже, помилуй меня, укоренный грешник. Половина сестер читать не умеет. Даже матушка, если и умеет, то явно умением не злоупотребляет. Гигиеной тоже не особо. Как она во время обеда чат... Так, все, тихо. А можно мне все-таки вверх проехать или нет? Господи, свеч, подгнившую картошку, бесконечные советы и нравоучения, смирение, страх Божий, крестить рот после каждой зевоты, креститься перед входом в храм, плакать, креститься после выхода из храма, после входа в трапезную, молиться перед входом в... Понял, мы дальше не уедем, да? А куда нам тут бы... С вами пройти. А походу никуда. Ладно, давай попробуем еще раз отпустить мышку. И можешь, если он закончит, то мы дальше поедем. Извиняться, чтобы хотя бы ненадолго заглушить ненавистный голос, Индика тысячный раз повторяла покаянный канон с такой силой, сжимая четки, что кровь начинала капать с ее ладони. Индика ненавидела безвкусные щи смарагды, запах гниющих старух, который даже ладан не перебивает. Половина сестер читать не умеет. Даже матушка, если и умеет, то явно умением не злоупотребляет. Гигиеной тоже не особо. Как она во время обеда тщательно бесовщину со встав... Тогда никто же, возможно, помощи нам не делал нашим судьям. Тем же, прежде чем конца показил, делал. Слава Отцу. I don't know, что тут делать, если честно. Не плачу, сиянием их лукавы, как... Если честно, без понятия. Бесконечные советы и нравоучения, смирение, страх Божий, крестить рот после каждой зевоты, креститься перед входом. Так, ладно, давайте пройдем. Давайте пройдем и посмотрим. Господи, Боже, помилуй меня, грешный. Есть свет, я кажу, ты, Господи, Боже мой, возьми
через звон. Креститься, поститься. Ага, вижу. Дед... Все, вижу, куда надо. По-моему, вот сюда, да? Молиться, извиняться, бесконечное послушание, да. Черные плоти. Все, отлично. Извиняться, плакать, извиняться. Извиняюсь, извиняюсь. Так, побежали. Лежи мои четки, что кровь начинала капать с ее ладони. Индика ненавидела безвкусный. Ага, понял. Туда-сюда и... Не перебивай. Половина сестер читать не умеет. Даже матушка, если и умеет, явно умением не злоупотребляет. Побежали. Все, мы таки с вами справились. Ура, ура, ура. Не трать время на сбор очков, в них нет никакого смысла. Окей, игра. Так, побежали. Интересно, нам долго бежать, чтобы это письмо отдать? Или мы уже почти рядышком? Простите меня. Господи Иисус, ты что ты делаешь? Ты вообще тут монашка! Монашка. Монашка тут! Монахиня. Слушай, тебе повезло, что ты на меня наткнулась. Я Машу, я того, это, я не меткий, я... Давай, что? Да, давай, иди отсюда, давай. Чё это? А? Кто ты? А тут есть кто-то не ебанутый? Или тут все такие? Помочь, если позволить. Ничем вы ему уже не поможете. Их благородие в час, когда мерцание пожелали последний раз выслушать, пусть слушают, не мешайте. Простите, а что здесь случилось? А знаете анекдот про лом, который в унитаз поезда кидают? В общем, в поезде тапток перевозили. Они между вагонов рессору на ходу вставили. Побег, стало быть, организовали. Много ли погибших? Да, в основном беглые. Этих перестреляли много. За больными ухаживать доводилось? Мне? Конечно, у нас часто... Давайте тогда с нами на станцию. Туда всех раненых свезли. Давай наверх! Так, индюшка, давай наверх. А как пройти? Алло? А как мне... На какой верх? А, можешь сюда. Так, побежали. Доктор молодец. Говорит, на станции раненые ждут, а сам Морфи в труп втыкает. Как думаешь... Тут уважение к последней воле умирающего или к размеру эполетов? Так, тихо, не избивай меня с праведных мыслей. Так, пойдем.
пошли. Присесть можем? Нет, присесть мы не можем. Так, ну нам сказали, типа, очки можно не собирать, это бесполезно, так что... Не будем этим заниматься. Так, нам наверх, да, наверное? Давай тут осмотримся. Да, по-любому наверх. О, сейф. Так, погоди. Ага, вижу. Давай, 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 давай. Не. Что-то мы с вами делаем не то, да? Куда надо? Блин, вон туда надо. Только как нам это все... Стой, отпустить. Ага, и ничего. Чуть-чуть, еще чуть. Блин, ну когда я сильно близко подвигаю, вот видишь, что происходит. Так, а тут нету ничего такого. Какого-нибудь еще, чтобы можно было передвинуть. Так, дай посмотреть. Угу. И что-то нам дает. Ровным счетом ничего, да? Двигать мы тебя тоже не можем. Так, хорошо. Труба, труба, труба. Блин, может сюда нужно эту штуку двигать или нет? А нет. А нет, а нет, а нет. Ну значит сюда. А только как это сделать? Вот смотри, раз. И нужно наверх. Тише, 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 тише. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. Ну, залазь. Давай, индюшка. Ага, я застрял, да? Так, чуть-чуть. Так, ребятульки, ну нам явно сюда надо. Как это так сделать, чтобы она не... Ага. Что это нам дает? А ровным счетом ничего. Так, еще чуть-чуть. Не-не. Ладно, давайте туда-сюда таскать эту штуку. Я, в принципе, не против. Нам же нету чем больше заняться, правильно? Нужен какой-то перевес, я так понимаю, да? Нужен какой-то перевес. Хорошо, если мы тебя опустим вот сюда... Пустить и сбегать вниз посмотреть. Так, тут ничего, тут ничего. Я явно что-то упускаю. Только что я упускаю. Ага, смотри, рояль. А, вот оно, что, все. Все, все, все. Теперь понятно. Я изначально просто думал, что нам нужно.
Хорошо, нам нужно туда, а нам походу вот сюда. Да, отлично, все, справились. Побежали. Вот это головоломки, тут я понимаю. Так, стоять. Хорошо, монеточка. Ладно, давай еще одну заработаем и пойдем дальше. Чпуникс. Ну и давай еще одну. Просто мне интересно, что мы с вами тут прокачиваем. Все, шикарно, побежали. И опять же в эти моменты так подлагивает, что просто забей. Так, водички, не. Бонжур. Месье? А я тоже так хочу. Но, бля, ты падла. Стой. Сэр, да? Что? Это что за... С каких пор ты меня слушаешься? Не переживай, страх – естественная реакция, в большинстве случаев спасительная. У тебя цель какая – девице помочь или продемонстрировать, какая ты героическая? Кому? Вот именно. Если помочь, то без шансов. Рассчитать шансы в такой момент – невероятная Смотри-ка, недовольна, что ее посреди процесса бросили. Что? Видела, какое у него там болтается? Или, может, ты просто хотела к ним присоединиться? Тоже ничего. Мало тебе, блядь. Опять полез. Сука. Я думал, мы его захерачим, как Хитмана. Постойте! Ну, ладно. Подождите! Тихо! Ты чего орешь? Вы меня спасли. А я ведь тоже... Я тоже, по сути, спасла. Несчастная девушка, и еще бы немного, и... Господи, помилуй нас грешных. Вы не застали, она убежала, спаслась. Ну, то есть, я не знаю, до какой степени там, но... Ой, ну, если бы не я... О, Господи, избави нас грешных. Прошу прощения, как вас зовут? Илья. Индика. Знаете, говорят, что... Куда везти, не знаю. Откуда привозить, не знаю. Сестра! Как дошли? Без происшествий?
Васюк, ты? Эй! Погоди-ка. Там, бросай оружие давай! Бросай! Сам бросай! Бросай сюда карабин, если не готов взять грех на душу. Ничего тебе, это самое того, ты вообще... Ничего у тебя не выйдет, ничего у тебя. Мне терять нечего. Там вот так надо. Так, залезай. Залезай, говорю. Давай, давай, давай. А теперь трогай! Трогай, говорю! Ты катайся! Ну-ка! Ну-ка ты это! Стой! Стой! Серьезно, он за нами будет бежать? Жесть. Так, W газ, хорошо. Смотри на дорогу. Да смотрю. Это напоминает сцену из голого пистолета, когда они за лазурной двоим сидели. Слышь, а ты не хочешь в него выстрелить, не? Слышь, Илюша, давай, лупаш. О, красиво. Сам, сука, стой. А что это такое за велосипед? Похожий, блядь, на поезд. По звукам, слышите? Прикольно.
Вас ранили? О, вот это очень хорошо. Так не надо. Вставай. Вот это ни к чему. Поехали. Погоди, погоди, на этом? Ну, выбирай либо со мной, либо с ними. Ребята, я думаю, наверное, на этом мы с вами серию эту и закончим. Я не знаю по поводу игрульки. Вроде бы интересная, но это только начало-начал. Так что решать вам. Не знаю, если будет просмотр и какая-то активность по поводу, ну, под этим роликом, то мы продолжим прохождение. Если нет, то, ну, чисто как ознакомительная будет одна серия. Как говорится, там уже решать вам. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Ты знаешь, как поддержать канал. Всем мур-мур. И до потом.